друзья. Сколько я не пыталась раньше делать картофель по-деревенски, у меня ни разу это не получалось. Пока я не попала в гости к одним знакомым, где меня этому наконец научили. Держать в себе секрет я не могу и хочу поделиться им с вами. Чтобы приготовить картофель по-деревенски, нам понадобится картофель и приправа. Нарежем картофель дольками. Если картошка небольшая, то можно ее разрезать на 4 части. Если крупная, то на 6 частей. Ну вот, весь картофель мы с вами нарезали. Теперь наша задача его высушить. Для этого я подготовила полотенце и выложу картофель на него. Чтобы ускорить процесс подсушки, можно немножечко вот так промокнуть. Все, и оставляем его рассыпанным на 15-20 минут, чтобы вот эти части все высохли. Если этого времени будет недостаточно, тогда, опять же, надо взять и полотенчиком еще раз промокнуть. Прошло необходимое время, и картошка просохла. Вот, посмотрите, со всех сторон кусочек полностью сухой. Можем двигаться дальше. Поливаем картошку растительным маслом. В моем случае это подсолнечное, вы можете взять и оливковое, если любите. Вливаем так, чтобы картошка со всех сторон была смазана маслом. И хорошенько перемешиваем. И теперь осталось только добавить приправу. И еще раз хорошенько перемешать. Выкладываем картошечку на противень в произвольном порядке. Не обязательно стремиться к тому, что вы положите ее определенной стороной, она все равно прекрасно прожарится и будет вкусная. Картошку выпекаем в разогретой духовке. Духовка разогревается до 250 градусов. Время выпекания зависит от вашей духовки, но приблизительно 15-20 минут. Надо обязательно следить, чтобы картошка не подгорела. Вот, друзья, какая вкусная картошечка получилась. Румяная, с хрустящей корочкой. Если нет такой приправы, как у меня, то достаточно взять соль, черный перец, добавить немножко чеснока, и тоже будет очень-очень вкусно. У нас теперь такая картошка домашний хит. Попробуйте, и вам тоже понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Увидимся в новых видео.